Всем привет! Третья серия нового турецкого сериала под названием «Случайная любовь» выйдет 8 июля. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть в сети через пару дней. Если вы ждете новую серию, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Многие считают Живана избалованным, но Шималь видит, что это не так. Живан считает, что Шималь очень правильная и хорошая, и она сильно отличается от других. Он предложил ей стать его женой только ради того, чтобы быть главой компании. И сейчас он винит себя в том, что так поступил, ведь получается, что он играл ее чувствами. Глядя на эту пару, можно подумать, что они очень разные и между ними нет ничего общего. Однако все-таки их что-то объединяет. Проведя хорошо время вместе, Живан предлагает Шималь, чтобы этот день стал их началом. Назлы позвонила Живану и стала сильно возмущаться из-за статьи, которую прочитала в интернете. Она обещает ему, что не оставит это просто так. Назлы собирается отправиться к нему домой и обо всем рассказать его родителям. Шималь стала рассказывать Аслы о том, каким на самом деле является Живан. Она не может так с ним поступить, но и правду тоже рассказать очень сложно. Родители Шималь пришли в дом к Живану для того, чтобы познакомиться поближе с его семьей, потому что отец Шималь хочет, чтобы свадьбу его дочери сыграли до их отъезда. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, обязательно подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.